Сегодня мы рассмотрим вопрос, как перестать звонить ребенку, который находится в оздоровительном лагере. Вот по 10 раз на дню звоню, тревожится мама. Ну, можно предположить, что вы вообще тревожная мама, и тогда вы не доверяете своему ребенку. Ну так транслируете ему между строк, что ты пока не способен жить самостоятельной жизнью. В данном случае я вам буду рекомендовать разрешать ему иметь собственную жизнь, разрешать ему приобретать собственный опыт, делать собственные ошибки и на них учиться. А вы со своей тревогой, пожалуйста, к специалисту. Если вы мама, у которой вот это ребенок – единственная привязанность, вот самый ценный человек в вашей жизни, и вы наделяете его ответственностью вас радовать, вас удивлять, вас удовлетворять, бедный ребенок. Под такой тяжестью ответственности он точно не имеет права на собственные вдохи. Задумайтесь, мама, для чего он такой единственный объект привязанности? И от чего вы прячетесь тогда? Ну и бывает такая мама, у которой неуверенная родительская позиция. Вот она не знает, она как мама правильно поступила, отправив своего ребенка в лагерь, или неправильно, она добрая или злая в этот момент? Мама, вы все сделали правильно. Вы выбрали возможность попробовать дать ребенку новый вкус, новые отношения, новый опыт. Вы это сделали, и вы молодец. А вот потом уже будете анализировать, когда закончится смена, это было правильно или нет.